И снова, друзья, приветствую вас на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, наступила весна, потеплело, 23 градуса тепла, уже полез зеленый камышек. Это говорится о том, что уже водичка прогрелась более-менее. Вот, зеленый камышек полез, значит, карась уже идет на нерест, то есть вышел уже с ям. Вот, ну, как мы знаем, карась нерестится круглый год. У него не только весной и круглый год. В общем, сегодня мы будем рыбачить, как положено, на одну поплавочную удочку и на один крючок. Ну и, соответственно, 3 килограмма на рыбака. Друзья, мы будем рады и 1 килограмму. В общем, нашел такое место. Как видите, камышок. Его много, но он реденький. Карась полюбляет такое. Ну, а хочу бросать... метров 5 от берега, как видите, в воде там камыш, и вот под тот камыш хочу забрасывать. Ну, в общем, надо так очистить немножечко, чтобы не нарушить его лес карася, ну и не напугать сильно. Вот, постараюсь аккуратно. Так, ну что, в принципе, местечко неплохое на вид. Посмотрим, как оно на деле будет. Сейчас немного еще камышек длинный уложу, чтобы не мешал. Закармливаем и пробуем ловить карася. В общем, взял с собой 5-метровую удочку Болонская, переделал все свои удилища, поснимал кольца на стыках. Все из-за того, что часто бывало такое, что вот ветер дует, да, леску натягивает между колец, или же зацеп за камыш, сходы из-за этого обрывается ж леска соответственно. Ну, немножко тут неправильно сделал. Нужно было на стыках самые кольца оставить, а ушко посрезать и зачистить. Они дают, в принципе, жесткость, чтобы в будущем не сломалась удочка или же не выскочило деление с другого деления. Вот. Ну, это не проблема. Я кольца я не выбрасывал. Можно все на место поставлять, наклей. Вот, просто колечко подрезать, зачистить, и, в принципе, нормально. Ну, а леску наматываю на мотовило. Вот, мотовило, значит, то есть,
Получается так, если удочка у меня 5 метров, я лески отматываю от крючка до карабинчика 4800. Ну, а потом берем карабинчик, цепляем за колечко. Вот. И все. Отрыбачили, отцепили. На крючок я брал с собой червячок красный, ну и манку с сахарком. Вот такая у нас будет наживочка на крючок сегодня. Чепляем червячка. О, как ворушится. Забрасываем. Ух ты, сразу берет. Давай, давай, еще разочек. Есть карасик. Так красиво взял, нежно приподнимал. Так, начало есть. Так, что у нас тут с червячком? Живой. Еще раз пойдешь. Кстати, не раз замечал, вот это, если поймал на этого червячка, карасика, он еще такой более-менее, на него быстрее тогда берет, на использованный червячок. Не знаю, возможно, даже из-за того, что слизь червячка остается, слизь карася остается на червячку, вот, и он не так боится, долго не раздумывает. Сразу берет. Ну, это так я думаю. На самом деле неизвестно. Вот это побольше. Ух ты, вот хороший. Фу. Удочка такой дугой. Как это короб потянешь. Хорошенький такой.
грамм 300, наверное. О, лопатище. С червячком двигается, не двигается, двигается, еще раз пойдешь. Ладошечка. Ого! Что такое? Садошку. Это приятно. Ой, тину зацепил. Да, тина есть там, я вижу, что возле камыша она накручена. Небольшой такой с ладошечкой. Червячок целый, еще пойдет. Thank you.
Это ж надо такое сам себя поймать. Посидел уже где-то больше часа. Клёва нет. В общем, вот это приехал, где-то начал рыбачить с 8:30 до 11:00. Клёв был замечательный. Потом погода начала меняться. Выбило. То есть уже в 11:30 вообще тишинище. Полнейшее. И уже сижу 1.5 часа. Даже и поклевки не было. Все на месте. Червяк на месте. Правда, уже такой дохловатый. Хотя немножко еще двигается. Не знаю. Наверное, будем собираться. Хватит. Еще закину раз. Вот. Будем сматываться. Так. Давайте посмотрим, что мы поймали. С 8:30 до 11:00. Знаю, где-то килограммчика до 2 есть. Такие довольно неплохие попадались лапти. И килограммчика до 2. Вот. В принципе неплохо.
клюв был отличный. Я думаю, что надо приезжать пораньше. Часиков так в 6. Вот. Ну и до 11. Ну и хорош. Так, хватит, все. Едем домой. Где-то два змея ползет по камышу. Слышно шорох. Что-то и парит. Может, дождь будет. Хер знает. Так, отцепляем карабинчик. Опля. Все. Хочу еще попробовать на боковой кивочек половить, но только в другом месте. О. В камышиках. Думаю еще придумать какую-то скамеечку, два бревна забить, досточку, и будет удобно. Ну что, друзья, я с вами не прощаюсь, говорю до встречи, в рыбалке вам ни хвоста, ни чешуи. Не забывайте за лайк, комментируйте видео, делайте замечания, делайте предложения. Все, всем пока!